Если кто-то до сих пор не знает, как проверяется оперативная память, то берется программа MemTest 86 в BIOS, грузится с карты памяти, и просто нажимает Enter. И примерно она тестится на 4 гигабайта от 20 до 40 минут. Судя по моим замерам, если с одной стороны чипы 20, 1 минута примерно, если с двух, то около 40, но разные модели по-разному все равно тестируются. 4 и 8 гигабайт. 8 гигабайт тоже около 40 минут, по-моему, тестировал с двух сторон чипу. MemTest 86. Бесплатная версия должна быть.